Ребятки, давайте проходите. Проходите, садитесь, чтобы потом уже во время игры никуда не шло. Вот здесь места есть, проходите. Вот туда дальше. Проходите, проходите. Арсений, ты будешь что-то вести? Дорогие друзья, добрый вечер. Мы сегодня... Нескончаемый марафон, который продолжает жить, и я надеюсь, он будет потом жить своей жизнью, когда надо отметить свой марафон. И сегодня это второй концерт этого сезона в этом замечательном зале. Сегодня на сцене выступит Платон отец Арсения Владимирова, потом является на сегодняшний день президентом третьего курса Российской академии музыки имени Мишина. И возможно сотрудничать с разными музыкантами и является учащимся студентом кафедры фронтального джазового исполнительства и занимается очень серьезно ансамблем техники и ансамблем исполнительством у заслуженного артиста России, профессора кафедры Александр Николаевич Чупа, здесь присутствует. Он сегодня будет вести этот концерт. Может быть, интересно, и авторская современная. Напоминаю вам, что 6 числа в этом зале прозвучит трио преподавателей нашей кафедры. Составила тема Юрия Узенкова. А 7 и 8 завершающие миссии на Москву произойдут совершенно уникальные лекции. К нам приезжает на Санкт-Петербурга Владимир Жилье Так, который приведет к игре совершенно уникальные лекции об истории джаза. Первая лекция 7 числа, пятницу, 7 вечера, в большом зале на Павловской, она называется «От Спасмана до Бутмана. История запутана». Я посмотрел эти материалы, они совершенно потрясающие. Видно подбор об истории российского джаза. А вторая лекция будет 2 часа в субботу. Она называется «Ищите женщину. Феминизм в джазе». 2 часа в субботу в том числе. Я надеюсь, что вы все придете, и мы насладимся этим замечательным совершенно человеком, его знаниями, ему в этом году 90 лет, и он продолжает результативно участвовать в жанре жизни нашей страны. Спасибо большое. Итак, на сцене квартет Арсения Владимирова.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады приветствовать вас в этом замечательном зале. Это место, где многое начиналось, по крайней мере, для нас с Альбертом Сабирзяновым. Место, где мы росли, учились. Нам очень приятно быть здесь вновь и играть для вас концерт. И тем более в такое знаменательное время, 100 лет российскому джазу. Я думаю, что для 100 лет российского джаза должны быть отдельные аплодисменты. И отдельные аплодисменты Российской академии музыки имени Гнесина, которая организовывает порядка 100 или, возможно, даже больше мероприятий, посвященных столетию джаза. Мне очень приятно видеть здесь много людей, приятно чувствовать энергетику. И сегодня мы подготовили для вас очень много интересной музыки, как американская современная джазовая музыка, так и мои авторские сочинения. И чем интересен этот концерт, сегодня мы сыграем отдельный блок настоящих пуэрториканских композиций, написанных пуэрториканским композитором Мигелем Зеноном. Это отдельное явление в моей жизни, когда я познакомился с его музыкой. И материал у нас обещает быть очень интересным и разноплановым. А я представлю своих потрясающих музыкантов, моих вдохновителей, коллег, друзей. Альберт Сабирзянов играет на саксофоне. Касьян Лекус. Это вас. И Даниил Морозов. Да, да. Меня зовут Арсений Владимиров. Александр Щекроховский, спасибо вам большое за приглашение на выступление в рамках 100 лет джаза. Мы продолжим наш вечер, продолжим с композицией моего авторства. Эта вещь имела очень много аранжировок. Сегодня мы исполним последнюю из аранжировок, которые были сделаны. Пьеса называется «Туманное шоссе». Это некие размышления о человеке, который идет вперед, и он знает только то, что ему нужно идти, он не знает, кто он, зачем он идет. Но эта вещь руководствовалась фразой «Дорогу осилит идущий». Альберт Сабирзянов, Касьян Лекус, Даниил Морозов, меня зовут Арсений Владимиров, 100 лет джаза. Мы начинаем. Спасибо.
эта вещь появилась именно на этой сцене, поэтому можно считать, что совершился некий цикл. Но интересно, что во время исполнения этой вещи я вспоминал, в какой аранжировке эта пьеса возникла, когда я здесь учился. И, естественно, сердце у меня заколыхалось. И продолжим мы с уже моей более новой вещью, с очень интересным названием. Дело в том, что вещь называется «Имманентность». Было время, когда я познакомился с трудами Канта, Иммануила Канта, философа. И он говорит об имманентности, трансцендентности этой жизни. У меня при прочтении его трудов возникла музыка в голове. И на музыкальном языке размышления об имманентности мира, если быть кратким, то это проявление божественного в нашем обыденном. Поэтому сейчас прозвучит имманентность на музыкальном языке. Спасибо. Thank you.
Иванненко, Альберт Березянов, Касьян Лекус, для вас. Мы продолжим вещью, без которой этот вечер не мог бы обойтись. Дело в том, что джазовый концерт, как правило, содержит джазовый стандарт. И мы не будем отходить от этого правила, но сыграем этот джазовый стандарт в оригинальной интерпретации. На улице зеленых дельфинов. Green Dolphin Street. Thank you.
Друзьям Лехов с Данилом Морозом. Продолжаем наш стандарт «Dream Open State». И буквально вчера у меня возникло спонтанное желание исполнить одну зарисовку. И если музыкальное произведение, назовем стандартное музыкальное произведение, можно сравнить с книгой, которая имеет начало, имеет конец, то то, что мне хотелось бы исполнить, это не имеет ни начала, ни конца, это некая музыкальная зарисовка, которая демонстрирует некое настроение. Поэтому сейчас мы исполним в лаконичном варианте эту зарисовку.
названием «Мрак». И мрак имеется в виду не состояние омрачения. Мрак имеется в виду цвет. Цвет настроения, цвет, который вокруг находится. И это, конечно, больше внутренние размышления, чем какие-то наблюдения. Вновь на эту сцену выходит прекрасный Альберт Сабирзянов. И я хочу сказать, что после философских рассуждений настало время танцевать. И сейчас мы для вас сыграем потрясающую музыку. Это музыка, с которой я познакомился совершенно недавно. Это было для меня целое открытие. Дело в том, что мы сыграем вещи, как я уже в начале концерта рассказывал. Мигель Зенон — это пуэрториканский саксофонист, который сейчас выступает активно в Нью-Йорке, пишет аранжировки, свою музыку, но не отходит от своих традиций. Он целиком и полностью развивает эти традиции, переплетает их с африканской музыкой, с кубинской музыкой, с, естественно, с джазовой музыкой. Знакомство с его материалом — это было нечто особенное. И начнем мы с композиции «Оело». Честно говоря, в пуэрториканском языке, так как это разновидность испанского, есть очень много сленга. И, к сожалению, я не знаю, как перевести это слово. Но само слово «оело» уже говорит о том, что нужно танцевать. Друзья, если ваше тело начнет двигаться, не сопротивляйтесь. «Оело». We'll be right back.
Это была пьеса «Уело». Ваши аплодисменты. Пуэрто-Рико в России звучит очень интересно. Мы продолжим также с композиции Мигеля Зенона. Она называется «Канто». Thank you.
пьеса под названием «Танта». Альберт Березянов играет с нами сегодня на саксофоне. И настало время исполнить композицию, которая раскрывает одно единственное слово «Привет». Композиция так и называется «Привет». Но сколько в ней глубины, вы сейчас сами услышите. Сейчас происходит спонтанное приветствие Даниила Морозова. Многие музыканты, когда они играют на сцене, они периодически забывают, что они здоровались, потому что мы улетаем очень далеко. Даня, привет. Холла.
любите, любите слова. В одном слове может лежать целая вселенная. И для завершения нашего пуэрториканского блока мы сейчас исполним композицию, которая на испанском звучит как «El Negro Bembo». Я надеюсь, я правильно произнес это название. Но, дабы попасть в точку и быть точным, мы склонны переводить ее как просто «Веселый африканец». «El Negro Bembo».
Татьяна Лепус, Ильин Бородов, мы очень рады, что вы были сегодня с нами. Мы очень рады играть на этой сцене 100 лет российского джаза. Я напоминаю, это событие совершенно уникальное. И по нашей традиции, по нашей сложившейся традиции на наших выступлениях мы завершим наш концерт одним очень утвердительным и одним очень ярким и жизнеутверждающим музыкальным словом. Эту пьесу я тоже сочинил на этой сцене. И посыл в ней такой. Солнце ждет именно вас. Друзья, мы часто замечаем, что когда мы улыбаемся, солнце обязательно восходит. И эта закономерность постоянно повторяется у всех людей, у людей, которые знакомы между собой, которые друг с другом не знакомы. Эта закономерность действительно есть. И мы нашим музыкальным словом хотим напомнить вам, что солнце ждет именно вас. Улыбайтесь во что бы то ни стало. Ура!
Спасибо. Огромное спасибо за свое внимание. Столик джаза. Да, все, что вы любите. Спасибо. Ну чего, пройдем? Все прошло. Девчонки, пожалуйста. Вот, вот она. Вот это нормально? Да. Ты еще работаешь? Нет, я чисто, к началу. У вас всем некому представлять, попросили. Спасибо. Ой, можно фото на память? Я как раз хотел попросить. Мне очень круто, у меня фотографии не дают работать. Может быть, оно и так. Спасибо большое, великолепно. Просто великолепно. Я хотела сказать, спросить вас, обязательно микрофон? Нет.